что ж, дорогие друзья, сейчас не мороз, зал уже почти полный, скоро станет еще больше. Балом правят Высшая школа ИТИС и Институт филологии и межкультурной коммуникации. Меня зовут Владислав Сергеев, вот где мой напарник, это большой вопрос. Что ж, будет концерт, где-то промежутки это, мы его найдем и поговорим с ним. Он где-то здесь, я уверен. Вот он, зал. Чувствуется душистый аромат студенчества. Впереди концерт Высшей школы ИТИС. Подбираюсь к потенциальному геймеру. Мне сказали, в конце нужно включить фонарик. Обязательно включить фонарик, да? А композицию не сказали какую? Нет? Нет? Включи фонарик. Да. Да, хорошо. Все, спасибо. А есть пауэрбанк? Пауэрбанк? Для айфона. Ой, я такого не знаю. Концерт. Ну как я вам фишки раскрою? Ты ничего не знаешь. Вы сами увидите. Сами увидим? Конечно. Слушай, а как же спойлер? Нельзя спойлерить. Все равно никто не узнает. Нет, нельзя. Ну точнее узнает, но потом. Да, вот потом узнаете во время концерта. А почему сама ты не участвуешь? Люблю смотреть больше. Любишь смотреть? А как это? Встанешь на сцену, смотри на зрителей, как они тебя аплодируют. Ну, я так боюсь зрителей. Мне парень не сказал, он там, его Сагит зовут, что будет фонариком в конце сидеть. Представляешь, ты вот какую-нибудь композицию исполняешь, и тебе фонариком светит. Ну, вот это же еще испугает больше. Как это испугает? У меня боязнь сцены. Боязнь сцены? Да. А ты глаза закрой. День 2. Высшая школа ИТИС. Рай для геймеров. Студенты попадают в мир компьютерных игр, который положительно влияет на их характеры. Здесь все. Фаталити из Mortal Kombat. Парень, отхвативший леща от девочки из Марио. Здравствуйте, девушка! Можно ли с вами познакомиться? Извини, но твоя принцесса в другом замке! Обильное количество сцен из бродилок, приукрашенные концертными номерами. Глупый мальчишка! Готовься к расправе, мы уничтожим тебя! Мать-то, а ну иди сюда, говно собачье, а? Кто решил ко мне лезть, ты? Звонючий, мать твою! А? Ну иди сюда! Концерт ФМК. Смысл. Цените то, что имеете, а имеем мы. Годный косплей на французскую эстраду. Выступление хора имени Скриптонита. Бритни Спирс в металлообработочке. В целом, очень хороший концерт. Был. Пока со дна не постучали. Встречайте! Мастодонты юмора и эстрады. Студенческий КВН Института филологии и межкультурной коммуникации. Значит, к аспиранту подхожу, такая говорю, молодой человек, вот 18 марта выборы, а я заранее вас выбрала. Ой, девчонки, опять система не заходит. Что делать? Давай, как обычно. Опять ничего? Ну, конечно! Нет, нет, знак судьбы, все, пошли домой. Да, у меня как раз уже все затекло. Ай, нога. Что с ногой? Да отсидела. Я так и знала, что ты сидела. Смешно-смешно. Далее все вернулось на круги своя. И закончился концерт очень годным речитативом. Светло,
Слушай, Ром, ты куда пропал? Вообще, вот ты появился в первом выпуске, а вот в втором тебя что-то не видать. Вот сидишь, я тебя искал, замучился, весь концерт прошел, тебя все не было. Ну, как ты сам видишь, я пропал больше в режиссерскую группу. Теперь мы решили вернуть такую движуху, как снимать все концерты, чему ребята, естественно, очень рады. И все концерты можно будет увидеть в группе «Универ ТВ». Ссылку видишь на экране, в описании еще будет. Вот. Когда этому человеку скучно, на концерт хотите, он играет в игрушки, параллельный концерт. Да, да, в Hearthstone играю особенно, который был сегодня, вот в него прям вообще гамаю, прям даже пена изо рта идет у Никиты, но не у меня. Да, Никита — это наш фотограф, он сегодня тоже пришел и сидит прямо за этой камерой. Ну а в целом, что ж, будем заканчивать. Иди, заканчивай. Давай. И все, и потом... Что ж, дорогие друзья, на этой сцене я начал, на этой сцене я закончу, сзади меня вся группа. Да, слава достается артистам, к сожалению, о них никто не знает, ведь они работают, пожалуй, наверняка больше, чем все остальные. Вот, концерт наш свернулся, вот так выглядит сцена после концерта, надеюсь, завтра она будет снова красочной. Что ж, встретимся завтра, не забывайте подписываться на нашу группу ВКонтакте, Универ ТВ, ссылочку вы наверняка там увидите, и, как сказал Роман, вас будут ждать видеозаписи с концерта. Пока-пока.